Всем привет, с вами Марс. Сегодня из цикла про Сталкер я вам покажу, где находится один из друзей Кардана, то бишь самый молодой из их команды. Мы находимся на аномалии Соснодуб. И вот и он, собственно, и лежит. Шутник. На самом дереве. Кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Жаль, после ссоры с Карданом и Банжей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу я артефакт, до них дойдет, кого надо было слушать. А вот это место, где покоится второй друг Кардана, то бишь Баржа. Теперь туда надо как-то аккуратненько спуститься. Вот, собственно, и он. Это очень опасное место, поверьте мне на слово. Кардан, алкаш старый, как набухается, зад от стола оторвать не может. Ну да как же, тут надо получше осмотреться. Посмотрим. Еще и на нас шутник уехал, молодые мы не послишком, ни черта не течем. А шутник тоже хорош, обиделся, схватил ее за кефит с концами. Пока я Кардана успокаивал, свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым медведом пухать? И водка это дерьмо. Тьфу ты. А так классно все начиналось. Ну вот и все. История, считайте, Кардана раскрыта. Осталось только пойти к нему, рассказать это все. Давайте прямо сейчас этим и займемся. Вот мы и на Скадовске. Я сейчас специально выложу эти два PDA, чтобы вы услышали, точнее поняли, как я узнал об этом квесте. Есть водка, будешь? Ну, в руки не дрожали. Давай. И вторую давай. Это, чтобы работа спорилась? Само собой. Давай. Вот молодчина. Расскажи-ка про шутника и баржу. Ну вот. Я могу принести извинения твоим товарищам, если их встречу. И вот оно, собственно. Квест. Ну, я принес тебе инструменты, но в данный момент я займусь этим квестом. Теперь можно забрать из сундука PDA и отдать их старику. Я нашел КПК, взгляни. Баржа и Шустрова. Задание выполнено. Вот и все. На этом квест этот и кончается. Это приведет к довольно хорошей концовке. В конце игры. Кардан получит свое, он будет иметь счастье, в конце концов. Но это все мы увидим только после того, как пройдем Сталкер. С вами был Марс, всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео.